Всем салют, дорогие друзья! С вами снова Александр. Сегодня хотел бы вам сделать небольшой обзорчик. Это можно рассматривать как подарок, как там, ну я не знаю, как, ну просто для себя купить эту вещь. То есть как бы, но в преддверии праздников я считаю, что это будет неплохим подарком другу, там, мужу, брату, свату, то есть там, кто на что гораст, короче. Ну и так, ребят, посмотрим, что же нам пришло. Заказывали мы данную вещь с Алиэкспресса. Так, смотрим, что же у нас здесь, А здесь у нас какой-то пакетик, перевязанный скотчем. Нужен же, конечно же, мне ножичек. Ножичек мы взять забыли. Ножик можно не кидать. Ну, как бы такое. Вот, ну поймал. Руки целы, пальцы на месте. Так, ну что, открываем. Нож, конечно. Надо будет в следующий раз обзор снять на точилку ножей. Но только сначала надо будет заказать. Отрезал что? Куда отрезал? Ба-ба-ба-бам. Что же это у нас, да? Так с виду и вообще не видно, что это такое. Разворачиваю вот этот хрустящий мешочек. Кстати, Китаем даже не пахнет мешочек. Ой-ой-ёшеньки-ё-ё. Кто же это? Ё-моё. Это не трещина? Похоже, нет, Так, сейчас. Ну что, пленку сразу сорвем, что, да? Конечно. Сразу срываем пленочки. Все дела. Нам же этой вещью пользоваться, как бы, да? Что-то пленочка, блин, так сложно отходит. Угу. Угу. Там опять, наверное, напишут в комментариях. Смотреть там с 15 минуты, пока он ее распакует. Так, ребят, это у нас масочка. Заказали ее, да? Ну, я заказал ее посмотреть, во-первых, что это за масочка за такую цену. Блин, почем мы ее заказали? Что-то, наверное, в районе 1000 рублей, что ли. Где-то так она была, да? Здесь идут очки. Мне вообще нужны были очки. Зимой на снегоходе ездить, как бы. Без очков такое себе, скажу вам. Вот, поэтому решили заказать что-нибудь прикольное. Заказали вот с такой вот штучкой. Ну, как защита, блин, вообще жесткая какая. Я думал, она будет как из фольги мягенькая. А нет, такая довольно-таки плотная. Смотри, не гнется даже. Здесь вот губка специально вставлена, дышать. То есть тут как бы у скелета в зубах щели. Вот, снаружи мы пленочку оторвали. Пленочка у нас еще имеется и внутри. Все, блин, в пленках. О, все круто, блин, все. Не могу. Так, намусорили здесь, блин. Вот так, вот так. Ну что, померить, наверное, стоит, что ли? Что она не мелковата ли на моего овал лица, так скажем. Сейчас посмотрим. Да ну нет, в принципе. Нормально. Ну, резиночку даже подтянуть, может быть. Немного болтается. Я надеюсь, нормально выглядит? Нет, вообще, как выглядит-то? Не, кстати, нормально, да. Вот, как бы. Ну, говорят, нормально. Ну, сидит удобно, мягенько. Все тут как бы прилегает нормально, не висит. Не знаю, как покажет себя, конечно. Но я думаю, четко. Стекло не царапанное, не заляпанное, в принципе. Нормальное стекло. Я взял с небольшим затемнением, потому что все равно, как бы, чаще, скорее всего, ездить днем буду на снегоходе. Ну, случается всякое, просто в темноте, в темных-то ехать невозможно. Поэтому, как бы, легкое затемнение я взял, ну и, блин, нормально, я считаю. Так, по идее, ну, у нас еще
каким-то образом должна отстегиваться. Сейчас мы попробуем с вами сделать. Может, и сломаем сразу, да? Не хотелось бы, жаль. Не пойму, где вставлено. А, вот, все. Крепится она на 4 крючка. В принципе, довольно-таки плотно, да? Ну, увидели я, блин, кое-как снял. Ну, тут дело явно не в моих хиленьких ручонках, как бы я вообще на спорте чисто, он свою бицуху, да? Стальная, камень вообще не пробить. Ну, как и пресс, в принципе, как-нибудь, может быть, покажу. Напишите в комментариях, хотите ли посмотреть мой пресс. Так, ну вот, да, кто-то может просто их как очки носить. Ну ничего, прикольная штука, блин. Очечки, я думал, даже будут более хлипкие, более какие-то, наверное, такие. А здесь довольно-таки красивый, твердый такой. Ну, как бы, да, я не сказал, что твердый, наоборот, такой. Но пластик выглядит качественно, по крайней мере. Как говорят, что многие такие вот изделия китайские пахнут. Ну, блин, я бы не сказал, что как бы все нормально, запаха никакого я не чувствую. Ну, а это, ребят, штучка такая. Я еще и летом езжу на мотоцикле, то есть в каске. Мне очечки эти еще и для этого подойдут. То есть, как бы, сразу на два времени года я их купил. То есть, ну, что могу сказать, ребят. Блин, как подарочек, прикольно другу что подарить там. Ну, это если друг увлекается чем-то из этого. То есть, пожалуйста, там, можете в них, наверное, кататься даже на горнолыжке. Я просто не лыжник, не знаю. Я больше на санках с горки, как бы, мой вид спорта, ну, как бы, не более приятен по душе, так скажем. А на лыжах я как-то не катаюсь. Вот. Ну а так, в принципе, пожалуйста, здесь все имеется, все есть. Четкие очки. Мне кажется, если в них упадешь, вряд ли они разобьются. Потому что, ну, выглядят они довольно-таки прям нормально. Вот, ребят. Ну что, данный, блин, товарчик, как я уже говорил, заказали мы с Алиэкспресса. Посмотреть, что придет. А то все говорят, закажешь, приходит какая-то ерунда. То есть, ну вот мы решили проверить. И, в принципе, я вообще не обломался, что как бы, ну, пришла такая вещь. Я найду и по-любому применение. Вот, ребят. Ну, что хотел бы сказать в конце. Надеюсь, наш обзорчик на данный товар вам был полезен. Может быть, кого-то это подтолкнуло к покупочке вот такой вот. Кого-то, может быть, и не подтолкнуло. Ну, как бы, мы рады стараться, так скажем, ребят. Не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки, клацать по колокольчику, ребят. Ну все, на сегодня все. Всем пока.